Возможно, земляне не одиноки. Астрономы НАСА объявили о научной сенсации. Они рассказали, что в созвездии Водолеями открыты сразу 7 планет, 3 из которых якобы пригодны для жизни. Все они вращаются вокруг звезды, которая в 10 раз меньше Солнца. По словам ученых, эти объекты схожи по размеру с Землей. На них может быть жидкая вода, а температура близка к той, что и у нас. Правда, путь до этих планет не близкий — 40 световых лет.